3500 гектаров скошено и почти 10 тысяч тонн зерна получено. Таковы первые результаты уборки урожая этого года. Идем на прошлогоднем уровне, отметил министр сельского хозяйства Сергей Артамонов на совещании в Доме правительства. Активно идет подготовка почвы под сев озимых культур. Задача этого года – посеять 105 тысяч гектаров. С семенами ситуация непростая, отметил министр сельского хозяйства, но пути решения будут найдены. Задача стоит обеспечить семенами. К сожалению, нет семян, мало семян переходящего фонда и вообще мало семян. Рассматривается возможность заимствования семян с резервного фонда протфондом Чувашской республики для того, чтобы передать хозяйство на разных условиях. Закупку элитных семян будут субсидировать, отметил Сергей Артамонов. На это планируют выделить 70 миллионов рублей. Как только все необходимые вопросы решатся, деньги дойдут до хозяйств.